Всем приветики. Когда-то давно, лет 15 назад, я покупал себе такой фонарь. Тогда эти фонари считались, что... Ну, такой фонарь, это типа круто. Потому что такая лампочка была еще старенькая, такая вот... Маленькая такая лампочка. Как, ну, вкручивается на потолке лампочка такая на 220. Так и тут такая же, только маленькая. Стояла лампочка... И считалось круто, с такими фонарями бегали еще пацаны. И вдвойне было круто то, что когда разрядится батарейка, тебе не нужно покупать новую, а ты можешь просто вставить в розетку, и оно зарядится. Вот это было вообще круто. Но по сравнению с текущими технологиями, это уже не круто. А тогда это прям была вещь. Ну, какая лампочка. А сейчас, когда уже есть такие вот технологии, то и меньше как бы. Если убрать эту резинку, то оно и меньше. И светит поярче. Получше. То есть уже не равня этому фонарику. А на то время это реально было круто. Серьезная такая штука была. Люди как бы покупали. Сейчас такое уже, мне кажется, никто не купит. По-моему, это знак советского... не советского, РСТ, это так что-то. Да, ну да, это же не советский. Я же тогда не в советском жил. Так, сделано в России перед использованием. Перезарядка, изучить паспорт. У меня уже паспорта давно нет. Ну, а светит он вот так. Слабовато как бы. В то время, когда новые технологии... Светит уже получше. Сразу одна эта лампочка. Он как все освещает. Так что... Не равня. Уже не равня. Но что это такое? Да. Так что вот такие вот забытые технологии я у себя нашел. Надо выставить, может... Ну, на продажу в интернете, может, кому надо. Потому что, ну, что-то такой фонарик я уже точно не буду использовать. Слабенький он, на самом деле. Для текущего времени. Вот. Ну, на этом все. Всем покедова.